Мыло твердое или жидкое? В таком виде, как мы его видим, сложно представить, что оно используется не только для очищения кожи и ухода за ней, но и в качестве главного элемента шоу, от которого мало кто останется равнодушным. Такие с виду непростые манипуляции очень любят зрители. Во время мыльного представления будто погружаешься в своеобразное волшебство и в мир детских фантазий. Самое главное в таком шоу – это участие зрителей. Прямо сейчас я попробую продемонстрировать один из трюков. Ребята, расскажите, что необходимо делать. Для начала надо намочить ручку. Чтобы у нас пузырь держался на ладошке. Так. Немножко. Ой, прикольно такая. Так, что дальше? О, пузырик, так, смотри. Закрываем колечком. Вот. Выворачиваем ладошку. И левой ручкой, указательным пальчиком лопаем. Не получилось. Еще второй раз. Еще раз. Еще? Еще попытка три. Трюк Друзья, получился. Это магия! Безусловно, такая магия приковывает, держит зрителя в состоянии легкой эйфории и заинтересованности. Особенно тогда, когда световые элементы начинают придавать шоу еще больше красок. Внимательно вникая в процесс, можно не заметить, как становишься частью представления. Давайте попробуем сделать веселого толстячка. Толстячок. У меня какой-то худенький толстячок. Потанцевать. Расслабьте кисть. Ой, он же крутит животиком, посмотри. Все. Делаю свое собственное шоу. С первого взгляда кажется, что трюки просты и сделать их несложно, а мыльный раствор и вовсе легко создать в домашних условиях. Но на самом деле это не так. Эту жидкость просто так не приготовишь. К сожалению, бывают моменты, когда он не хочет работать, причем он нам не говорит причину, мы додумываемся потом сами об этом. Может быть, сухой воздух, пыль в помещении, различные какие-то концентраты. Да, разные по составу. Раствор для погружения, раствор для стола, раствор для ручных трюков. Если учесть все тонкости, много тренироваться и также посещать обучающие мастер-классы, то непременно можно стать профессионалом в мыльном искусстве. Есть еще много способов применения мыла, но самый эффектный вариант – использовать его для того, чтобы дарить счастье и положительные эмоции людям. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня.